Друзья, всем привет! С вами снова Артем Остапов. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодняшнее видео будет обучающим, и я расскажу вам, как правильно делать трюк под названием скутерфейки. Один из моих самых любимых трюков. И заодно расскажу вам, как делать фейк скутерфейки. Там техника примерно одинаковая. Прежде чем мы начнем, давайте я вам расскажу немного про сам трюк скутерфейки. Трюк появился порядка 15 лет назад. Я его делаю последние, наверное, лет 9-10. Я этот трюк очень сильно люблю, и сейчас я вам объясню, почему. Во-первых, этот трюк, он достаточно интересный и необычный, и мало кто его делает. Ну, некоторые провайдеры, конечно же, пытаются его делать, делают какие-то сложные комбинации, но большинство райдеров этот трюк попросту игнорируют, не знаю почему. Второе – это его уникальность. Этот трюк не имеет аналогов ни в одной дисциплине, которая сейчас существует. То есть, если, например, взять трюк T-Leap, он есть как и на BMX, так и на самокате. Если взять какие-то балансовые трюки, такие как Manual, Nose Manual, это есть и на скейтборде, и на BMX, я думаю, даже на роликах. А вот скутерфейки – это уникальный трюк, который есть исключительно на самокате, и этим как раз выделяется. Третье – это многогранность этого трюка. Если, например, взять трюк T-Leap, вы можете, например, приземлить T-Leap и сказать «я поставил T-Leap». Есть трюк Manual, балансовый трюк, вы можете сказать «я проехал на Manual около 5 метров». Но вы не можете сказать «я поставил Manual». Это применительно только к каким-то конкретным фигурам, то есть какой-то пирамидке, либо какому-то, не знаю, там, какому-то гробику, вылету и так далее. А вот скутерфейки можно как и поставить, то есть вы можете зайти и сразу выйти. Можете его рассматривать как балансовый трюк, то есть можете проехать там 10, 20, 30 метров. Вы можете как начать, то есть, например, сделать барспин на скутерфейке, так и закончить движение, сделать скутерфейки, потом сделать барспин. Можно делать даже движение во время самого скутерфейки, то есть менять руки, скидывать ноги, менять ногу, опираться на руль и так далее. И его многогранность, она позволяет комбинировать различные связки, то есть делать как и балансы, как и стойки, так и пробовать его на длительной дистанции. И этим этот трюк меня зацепил, я делал его очень давно, он мне очень нравится. И сегодня я бы хотел, чтобы вы посмотрели это обучающее видео, я надеюсь, оно вам поможет. И вы обязательно научитесь и скутерфейки, и фейк-скутерфейки. Ну что ж, не будем долго тянуть время, мы начинаем. Ну что ж, давайте разбираться, как выглядят скутерфейки, как говорится, что это за зверь и с чем его едят. Скутерфейки выглядят следующим образом. Вы едете по прямой, делаете небольшой прыжок, разворачиваете деку на 180 градусов, таким образом дека оказывается в противоположном от вас направлении. Фейки-скутерфейки – это такой же трюк, только он исполняется, когда вы едете задом наперед, то есть фейки. Ну что ж, друзья, медленно, наверное, переходим от теории к практике. Начнем, пожалуй, со скорости. Скорость нужно брать либо маленькую, либо среднюю. Если вы сильно разгонитесь, то есть большая вероятность того, что у вас уйдет колесо, вы потеряете контроль, и поначалу лучше сильно не разгоняться. Хотя если брать слишком маленькую скорость, то вы начнете движение и тут же его закончите. Поэтому я бы, наверное, выбрал что-то между маленькой и средней скоростью. Один из самых важных моментов здесь – это нога. Какую ногу ставить? В любом случае выбирайте переднюю ногу. То есть если у вас стойка, как у меня, и у вас правая нога спереди, ставьте правую ногу. Если у вас другая стойка, ну, соответственно, вы ставите левую ногу. Это самый правильный вариант. Конечно, возможны варианты, когда вы делаете это с задней ногой, но имейте в виду, что так гораздо сложнее, потому что у вас будет самокат очень далеко от вас, вы будете биться коленкой, и это не особо правильно, поэтому выбирайте вариант именно с передней ногой. Следующий момент – это руки. На самом деле не столь важно, как вы поставите руки, поставите вот так или поставите вот так. Главное, чтобы вам было комфортно. Но в отличие от рук, постановка корпуса имеет приоритетное значение, поэтому давайте поговорим про корпус. Когда вы начинаете делать движение, вы делаете небольшой прыжок, переставляете вашу деку, сильно завалитесь через руль. Вот именно вот так и заваливаетесь. Если вы будете держать корпус ровно, есть большая вероятность того, что вас кинет назад. Если вы вовсе будете заваливаться назад, то вы упадете и у вас движение не получится. В двух словах, скутерфейки выглядят примерно так. Давайте сейчас разбирать ошибки, которые допускают новички. Первая основная ошибка, которую допускают новички, это прыжок. Обратите внимание, что когда вы начинаете делать движение, нет необходимости прыгать слишком высоко. Прыжок нужно делать минимальный для разворота самой деки. То есть по факту вы делаете небольшой прыжок, как можно быстрее разворачиваете деку и начинаете движение. Если будете прыгать слишком сильно, во-первых, вы можете удариться в внутренней части коленки. Во-вторых, при приземлении вам будет очень тяжело сконтролировать ваш самокат, поэтому прыжок нужно делать минимальный для того, чтобы развернуть саму деку. Следующая ошибка, она исходит из теоретической части, это постановка вашего корпуса. Нужно очень сильно заваливаться вперед, прям делать это специально, то есть при таких трюках, как фибл, скутерфейки, нужно специально заваливаться вперед, иначе у вас движение просто-напросто уйдет, вы не сможете его сконтролировать. Третья ошибка, даже не ошибка, а скорее момент, который у вас будет не получаться, это сам поворот деки.
в самом начале будет очень тяжело четко переставить деку ровно на 180 градусов. У вас будет получаться, что у вас дека разворачивается там, на 130, 140, там, 160, но не на 180. Это нормально. В процессе постоянных тренировок, постоянной отработки этого движения у вас будет получаться идеальное движение, но поначалу, опять же, вы будете понимать, что у вас движение будет не до конца. Поэтому практика, практика, только практика. И четвертая ошибка, она связана с вашим передним колесом. Когда вы будете делать движение, возможны такие варианты, что у вас движение будет уходить либо в эту сторону, либо в эту сторону. И это нормально, потому что по факту вы думаете про корпус, думаете про прыжок, думаете про все что угодно, но иногда вы можете забывать про ваше переднее колесо. Поэтому эту ситуацию можно легко исправить. Покажу, сейчас вам продемонстрирую. Допустим, вы начали делать движение. Вы зашли на скутер-фейки, и колесо при моей стойке у вас ушло влево. У вас появился вот такой угол. Что нужно сделать? Способ очень простой. Вы просто своей ногой подправляете и исправляете движение. Выглядит это вот так. Сейчас покажу. Вот вы зашли, угол превратился в такой, и вы просто подправляете движение. Второй вариант, который, допустим, возможен в этой ситуации, когда у вас колесо ушло в другую сторону. Тут уже мало что сделаешь, потому что у вас начинает кривить ногу, портится все движение, и в этой ситуации лучше начать движение заново. Друзья, еще один момент, на котором бы я хотел заострить ваше внимание, это то, что существует мнение, что якобы скутер-фейки – это половинка тейлвипа. Это не так. Эти трюки отличаются кардинально по технике. Когда вы делаете тейлвип, во-первых, вы вашу ногу изначально скидываете, вы толкаете деку, потом ее ловите. Здесь необходимо акцентировать внимание на прыжке, то есть хорошенько выпрыгивать вверх. При скутер-фейке техника абсолютно другая. Там не нужно сильно прыгать, там достаточно сделать небольшой прыжок, чтобы вам хватило времени в полете, чтобы переставить вашу деку. Нога не отрывается от деки, то есть вы по факту просто переставляете, и техника совсем другая. Поэтому, если вы умеете тейлвип, это не значит, что вы с легкостью поставите скутер-фейки. Техника абсолютно разная, имейте в виду. Ну что, друзья, мы разобрались, какую ногу ставить, куда ставить корпус, что делают руки. Теперь надо разобраться, как начинать движение. Итак, вы поставили ногу как можно ближе к рулевому стакану, сделали небольшой прыжок и резко переставили вашу деку. Это нужно делать с небольшим прыжком. Переставлять деку ровно на 180 градусов и дальше продолжать движение. То есть вы едете вперед, корпус кидаете вперед и следите за вашим передним колесом. Итак, выход из скутер-фейки. Как его делать? Давайте разбираться. Вы зашли на скутер-фейки, развернули вашу деку на 180 градусов, вы едете по прямой и наступил момент, когда нужно выходить. Что нужно сделать? Ваша задача, если у вас такая же стойка, как у меня, разворачивайте колесо влево. Если же стойка другая, то разворачивайте колесо вправо. Для чего это нужно? Вы ехали, у вас дека ровно, у вас немножко изменился угол. Это нужно для того, чтобы вам было проще выйти. Чем угол меньше, тем проще сделать выход. Вы делаете небольшой прыжок и выходите. Имейте в виду, что, скорее всего, вам будет проще сделать в свитч, но это не так технично, это выглядит некрасиво. Но сейчас сами убедитесь. То есть вы едете на скутер-фейке, потом выходите в свитч. Так можно делать, но это некрасиво, не технично, поэтому старайтесь сразу же выходить в свою стойку, хоть это и сложнее, но это будет правильнее. Итак, фейки, скутер-фейки. Техника аналогичная, как при скутер-фейке, только здесь другое направление движения. То есть вы будете ехать в фейки, то есть задом наперед. Для скутер-фейки существует буквально 2-3 способа, как зайти. То есть вы можете зайти по прямой, и, например, вы едете в фейки, после этого делаете 180 и заходите на скутер-фейки. Но для фейки, скутер-фейки существует огромное количество способов, как зайти, и чуть позже я это продемонстрирую, но мы будем рассматривать два основных. Первый способ, когда вы едете в фейки и после этого начинаете движение. Это выглядит вот так. Это первый способ, его лучше, наверное, учить, когда вы едете от квотера. Так будет проще. Второй способ, он чуть-чуть сложнее. Мне он на самом деле больше нравится, когда вы делаете 180 на фейк скутер фейк. Это выглядит вот так. Это два основных способа, которые необходимо пробовать, необходимо изучать, когда вы будете делать фейк скутер фейки. Теперь расскажу вам про выход из фейки скутер фейки. Забыл еще кое-что сказать. Когда вы делаете скутер фейки по прямой, у вас самокат, как правило, прилегает к телу, то есть руль упирается либо в, не знаю, там, в ваш пояс, либо в ноги, в зависимости от высоты руля. А когда вы делаете фейки скутер фейки, этого делать не обязательно. То есть руль может быть рядом с вашим телом, не обязательно соприкасаться с грипсами. Так вот, вы начинаете делать фейки скутер фейки. Что нужно делать, чтобы, для того, чтобы выйти? Вы делаете движение,
После этого немножко наклоните ваш руль. То есть, если у вас моя стойка, то наклоняйте руль влево. Если у вас другая стойка, то наклоните руль вправо. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы вы не цепанули грипсы, когда будете выходить. По факту там сильно прыгать не нужно, вы просто переставите ногу. Сейчас вам покажу. Ничего сложного нету. Мне кажется, со скутерфейки выйти значительно сложнее, поэтому пробуйте, и у вас все обязательно получится. Друзья, пару слов по поводу сложности этого трюка. Если меня попросили оценить его по 10-бальной шкале, я бы поставил, наверное, баллов 7. Это не самый легкий трюк, но, тем не менее, не самый сложный. И лично я вам рекомендую выучить все базовые трюки, то есть уметь тейл-вип, уметь хороший прыжок, уметь хорошо делать градусы, тогда вам значительно проще будет делать уже скутерфейки. Чуть не забыл, есть еще один трюк, который идет в связке с скутерфейки, он называется Lookback Riding. Он произошел от двух трюков, это Lookback, это трюк взятый из BMX, он выглядит следующим образом. А сам Lookback Riding — это как фейки-скутерфейки, только вы будете ехать с двумя ногами на деке. Ну что, друзья, это были основные моменты, связанные со скутерфейки, фейки-скутерфейки. Сейчас я покажу, какие возможности и перспективы для вас откроет изучение этого трюка, какие комбинации и связки можно пробовать. Но прежде чем начнем, хотел сказать, что в моем инстаграме есть очень интересный клип. Этот клип за 1 июля 2018 года. Я там сделал 3 новых трюка, связанных с скутерфейки. Я до этого их никогда не ставил. А последний трюк, который я там поставил, я уточнил многих провайдеров, я поставил первый в мире. Поэтому обязательно переходите, посмотрите, я думаю, вам понравится. Но сейчас я уже буду делать трюки и покажу вам, как я делаю скутерфейки. Желаю вам приятного просмотра. Ну что, друзья, это видео подходит к концу. Я надеюсь, оно вам понравилось. И обязательно вы научитесь и скутерфейки, и фейки-скутерфейки. Если вдруг у вас не получается, приходите ко мне на тренировку, я вас обязательно научу. Ну а с вами был Артем Остапов. Всем пока!